Региональный Роспотребнадзор не только проверяет, но и защищает. Ведомство предложило свою помощь семьям пострадавших во время происшествия в иркутском ТРЦ «Комсомол». Напомним, в результате взрыва во время демонстрации химических опытов ожоги получили 8 детей. Сейчас все они имеют право на возмещение, в том числе и морального ущерба. Для того, чтобы сотрудники Роспотребнадзора обратились в суд, от родителей пострадавших необходимо письменное заявление.